Торжественный старт церемонии награждения особо отличившихся строительных компаний начался со вступительной речи губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он отметил особую роль профессии в новейшей истории нашего города. Севастополь дважды возрождался, как Феникс полностью был разрушен после первой обороны, после второй. Поэтому история строительного комплекса, наверное, здесь одна из самых благородных. У нас в последнее время серьезные достижения. Объекты сдаются, объекты хорошие, качественные. Это федеральный центр отмечает, поэтому строители в Севастополе всегда будет работа. В свою очередь председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев подчеркнул, именно благодаря трудовому подвигу строителей прошлых лет наш город приобрел свой уникальный облик, ставший дорогим для многих поколений местных жителей. Хочется в этот день поблагодарить вас всех за ваш такой нелегкий, но такой необходимый для города, для всех нас труд. Все мы понимаем, что сейчас очень много строится, и Михаил Владимирович сказал, и все мы это видим. Строятся дороги, строятся объекты инфраструктуры, строятся объекты социальной и культурной сферы, ну и, конечно же, жилье. И хочется от всей души пожелать вам здоровья, благополучия. Ударников строительного труда 5 августа наградили благодарственными грамотами правительства и законодательного собрания Севастополя. Официальные лица особо отметили роль компании в создании принципиально новой инфраструктуры нашего города. Впереди у них десятки заказов на создание как социальных, так и жилых объектов. И именно от них будет зависеть, станут ли их детище неотъемлемой частью образа белокаменного Севастополя. Кирилл Попов, Александр Устич, Севинформбюро.